Друзья мои, всем привет! У меня продолжение влога из Альбера Белла. Немножко пройдем по белым улицам этого сказочного итальянского городка и зайдем с вами в магазин с сумками. Я знаю, что вы очень любите видео из магазинов, особенно с сумочками красивыми, так что я надеюсь, что вам будет интересно. Ну что, поехали! Зашли мы в один магазинчик в Альберо Белло. Боже мой, какая же тут красота. Какие у них сумки классные. Никогда в него не заходила. Просто с удовольствием рассматриваю, что у них сегодня есть. Вот Качинелли. Качинелли. Это тоже Качинелли вот такая беленькая. Такая сумка очень твердая кожа. 285, по-моему. Очень классно. Я сейчас смотрела. Смотрите, у нее какая толстая-толстая кожа, твердая. Я люблю такие сумки, потому что они долго носятся. У меня сейчас тоже, кстати, Куччинелли, только другая модель. Вот такая сумочка. Ношу с удовольствием. Угу. Смотрите, как сумка превращается. Превращается сумка. Как можно трансформировать эту сумочку. Сумка Габс. Какая классная. Это на шоппер. А, да, шоппер. А, супер. Угу. Это такая сумка, в которую можно носить компьютер, и можно ее использовать как шоппер, или можно ее еще по-другому изменить. А, special details. Вы можете сделать из нее рюкзачок даже. Смотрите, какая прелесть. Сумка-конструктор. Из такого вот, из такой переноски для компьютера можно сделать три типа сумки. Рюкзак, шопер и деловая сумка. Ну, супер просто. Сейчас мы посмотрим, как из нее сделать рюкзак. Стоит такая сумка 209 евро. Это кожа, итальянское производство. Классная. Классно. Мне очень нравится рисунок и идея. То, что из нее можно сделать много всего интересного. Видите, вот там цепляется, тут цепляется и получается рюкзачок. Ну просто прелесть, а не сумка. Сумка-трансформер. Это идет отдельно тоже. Ну, это все в комплекте к этой сумке. А, эко. Тут инструкция. Супер. Вот как их цеплять, чтобы это был рюкзак. Ну, супер вообще. Ну, таких сумок у них, конечно, тут несколько видов. А, это маленькие, да. Маленькие. А вот такие вот, которые можно трансформировать. Вот они, смотрите. Такую можно трансформировать. Вот такую тоже. Классные сумки, девчонки. Очень толстая кожа у них. Все выглядит очень надежно. Ну, сумочки Габс. Кто знает, итальянские сумки Габс. Это очень хорошие сумки. Вот такой тоже рисуночек есть. В общем, очень интересные такие вещи, которые можно носить в разной манере. Да? Вот как вам понравится больше, как вам будет более удобно, так и носить. Класс. Угу. Вот это тоже трансформер. И вот этот трансформер. Но вот эти без рисунка. Видите, вот такая вот. Да, вот эти вот трансформеры. Класс. Это у них их много таких вот расцветок, смотрите. Вот это все трансформеры, сумочки. Ну, вот с одной стороны она получается с рисунком, с другой... Я бы все взяла. Ой, какая... Look this one.
I love it. Короче, мне нравится. Мне нравятся эти сумки. Опа, супер вообще. В общем, девчонки. Yes, this is very nice. Ну вот такие сумочки Gaps классные. Брачалини. Yes. Possiamo vedere questa borsa, signora? Quale? Questa? Sì, 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 sì. 28 евро. Такая супер сумка из плотной ткани. Отлично на море ходить. Еще и с подкладкой, с кошельком. Mm-hmm. Вот такое видео из Альберо Белло у меня получилось. Надеюсь, что вам было интересно. Я на этом прогулку заканчиваю. И увидимся с вами очень-очень скоро в следующем видео. Чао-чао, тути. Всем пока-пока.